Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу мод, который убивает Эндер Дракона в Minecraft Pocket Edition. Но я уже нашел портал в Эндермир, и я уже нахожусь, так сказать, в Эндермире, где у меня летает дракон. Так и, так сказать, уже мы видим первые баги, то, что Эндермир появился над обычным миром. Ну, давайте попробуем убить этого Эндер Дракона, посмотрим, сколько у него ХП. Ну, так сказать, текстура у него не очень, но мы давайте убьем его. Так, раз. Так, что-то слишком быстро я его убил. Да, этого я не хотел бы делать, но все. Извиняюсь за то, что не до конца мы смогли рассмотреть нашего Эндер Дракона. У меня очень сильно почему-то затормозило. Тут бегает Эндер Дракон, который уже своровал песок. Ну, это только первая версия мода, так что возможно исправить баги. Ну, невозможно, так сказать, точно исправить. Так я вам говорю всегда, потому что так всегда бывает. Потому что первая версия это самая, так сказать, плохая. Только начинают делать нормальный мод. И то, возможно, этот проект забросит. Но здесь мы можем наспавнить кучу эндер-драконов, что уже будет более похоже на эндер-мир. Если смотреть вниз, то, да, можно принять этот мир за эндер-мир. Но сразу можно будет понять, что в эндер-мире небо черное, а здесь у нас утро, так сказать. Вот. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.